Клуб смешанных единоборств «Рот» открылся в Люберцах. На церемонии присутствовали звездные гости из мира бокса. Красную ленту лично перерезал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин. Об открытии и перспективах клуба в нашем сюжете. И вот, наконец, долгожданное открытие состоялось. А все благодаря усилиям администрации округа, заслуженным боксерам и руководителям самого рода. Люберцы стали первыми в Подмосковье, где расположился один из авторитетных клубов по смешанным единоборствам. Клуб «Рот» уже проявил себя в боях, в поединках, да вообще во всем. Очень сильные, смелые ребята. Я думаю, здесь он будет только развиваться и появятся свои чемпионы. К слову о чемпионах. Не только ребята мечтают о призовых местах и титулах в этом виде спорта. И уже давно различные виды единоборств стали не только мужским делом. Так и в этом клубе. Уже на протяжении года среди парней занимается Александра Головченко. Сложно, но, по ее словам, своих целей добиваться нужно. Ну, мне очень не нравится, потому что, ну, я его вырвала, потому что я хочу им заниматься. Мне он очень интересен. Я смотрю боя дома. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. В клубе единоборств «Рот» дети занимаются бесплатно. Такое решение, по словам руководителей, не обсуждается, потому что любой спорт для подрастающего поколения должен быть доступным. Далее беседа с руководителями клуба и представителями власти прошла на пресс-конференции во дворце спорта «Триумф». Конечно, клуб в первую очередь ориентирован на тренировки для людей, которые готовы изменить себя. Когда он понял, что себя запустил в питании, в поведении, ну, вот нужен трамплин, с чего начать? Все начинается со спорта. На занятия в клуб можно записываться от 7 до 15 лет в младшую группу. Далее уже взрослая, где главное не возраст, а желание. Отмечу, клуб единоборств «Рот» находится в Люберцах по адресу улица Кирова, дом 34. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.